Thank you.
Þessu þeir lögðu þeir í vestri eina undir sig. Það menn ég aldrei reyna. Vatnar voru þeir að aðfra. Kapar og gafar. Munum við. Það er gafar. Thank you.
Расправь крылья.
что произошло? Они призвали Флана. Надеюсь, он скоро явится и утихомирит их. Итак. Король, нам было что обсудить в последние дни. Весть об Эогоне разнеслись точно пожар. Люди напуганы. Да и мы чрезвычайно обеспокоены. Знаменитый аббат оказался язычником. Даже среди кормчих церкви нашелся друид. Кто знает, сколько еще у них приспешников. Нужно действовать. Избавить от них наши земли. Учредить суд Святой Церкви. Да как ты смеешь? Эгон действовал в одиночку. Он принадлежал к тайному братству. Или ты это отрицаешь? Вовсе нет. Но теперь ты только и будешь говорить, что о детях Дану. Это сорняк, корни которого вера друидов. Не изведем его, все это может случиться снова. Флан, мне не нравится, на что намекают эти люди. Не слушай их. Смеешь указывать королю? Ты трава того же корня? Даже знаешь это братство по имени. Быть может, и ты многое скрываешь, как скрывал Эагон. Подлец! Хватит! Заговоришь с ней так снова, тебя съедят крысы. Заживо. Прости меня, мой король. Барт, я ни в чем никого не обвиняю, а хочу лишь объяснить одну важную вещь. Мы не знаем, откуда опять придет беда. И не можем надеяться, что ее не будет. Мы христиане и должны отринуть разногласия и объединиться, чтобы сохранить нашу веру в Ирландии. Флан, нельзя же просто... Твое мнение я знаю, Киара. Кто еще желает высказаться? Я хочу. Совершенно ясно, что против этой угрозы мы готовы выступить сообща. Будем бездействовать. Старые корни пустят новые ростки, и где-нибудь созреет бунт. Но если примемся за дело, учредим суд церкви, то земли наши обретут единство. Это мой народ, Шихфрих! И в нем есть те, кто угрожает всем нам. Действительно ли ты готова встать сейчас на их защиту? Кто-нибудь еще? Тебе предлагают вступить на опасную тропу. И сейчас никто не сможет предсказать, куда она приведет. Сперва взвесь все за и против, король. Промедление только на руку нашим врагам. Государь, все мы считаем, что верный путь тут. Лишь один. Мы учредим суд церкви. Друиды примут нашу веру или будут изгнаны. Ирландия станет полностью христианской землей. Куда ушла Киара? Домой. Это там, дальше, по дороге. На ней лица не было. Киара вне себя. Надо ее успокоить. Что ты делаешь? Флан, дурень бесхребетный. О чем он думал? Он увидел возможность объединить королевство и ухватился за нее. Как любой король. Не защищай его. И не думаю. Но скажи, мог ли он отвергнуть всех этих королей разом? Твой гнев понятен. Но ты знаешь Флана. Это решение далось ему непросто. Давай поговорим с ним.
Уж ты-то сумеешь убедить его поступить по-твоему. О, да. Хочет он того или нет. Что? Прости. Я не могу позволить нас уничтожить. Эйвор! Ты слышишь меня? Эйвор! Эй, что с тобой? Ты видел Киару? Я думал, она здесь. Эйвор? О! Что это? Думаешь, это Киару? Больше нет. Не знаю, что у нее на уме, но она в гневе. Я виноват. Нужно с ней поговорить. Боюсь, поздно. Она сказала, что не даст уничтожить друидов. Что она задумала? Камень Фаль. Думаю, она как-то использует его. Что, камень? Это древнее сокровище ее предков. Возможно, мы не все о нем знаем. Я предвидел, что мое решение ее разгневает. Но думал, что мы сможем договориться. Поддержишь одних, предашь других. В таких случаях нужно дать себе время на раздумье, чтобы найти наилучший выход. Я поступил необдуманно, Эйва. Прислушался к страхам людей, чьей верности так жаждал. Приготовься, мы почти на месте. Киара! Решил уничтожить нас? Я уничтожу тебя! Где она? Готовь меч, Флан, и держись рядом. Эйва, что же нам делать? Ты хочешь жить? Берись! Назад! Назад! Они не послушают! Яра как-то подчинила их голову! Защищайся! Остановить! Меня на пути? А что уж ты-то поймешь? Да! Но это слишком! И снова ты лжешь! Ура!
будь наготове. Киара, где же ты? Киара! Поднимем ставки. Обогришь руки кровью короля. Эйвор! Эту силу не укротить, Киара! Она поглотит тебя! Хватит, Киара. Довольно, отступись. Ты просто убийца. С пустотой внутри. Все твердишь о чести. И где она? При мне. Служишь Бариду? Его сынку? Ты просто пешка. Он мой родич. И ты пойдешь на что угодно, чтобы защитить тех, кому верен. Я такая же. Если нужно убить тебя, чтобы спасти мой народ, то так тому и быть. Заставляй прибавлять и тебя к их числу. Что ж, не сдавайся, как и я. Что я не дам погубить друидов. К чему же притворялся мне другом? Это не притворство. Я думал... Я надеялся, ты будешь лучше, чем Элган. Не смей равнять меня с ним! Да? Оглядись вокруг. Ты сделала ровно то, на что надеялись дети Дану. Стала инструментом их замысла. Всегда им была. Когда умерла мать, я осталась последней, кто мог пробудить камень Фаль. Не думала, что применю этот дар так глупо. Что теперь? С меня довольно. Эгон и дети Дану хотят лишь власти, что дарит камень. А я ключ, который ее высвобождает.
Лучше смерть. Убей меня, Эйвор. Вместе со мной погибнет сила Тары. И ничто не будет сбивать мой народ с пути. Наша вера не сгинет. Я спасу ее. Помоги мне. Прошу. Ты ключ к камню, но источник силы он сам. Так уничтожь его. Нет, я не могу. Твои предки давно покинули этот мир. Они не станут горевать о потере. Иногда нужно жертвовать тем, что мы ценим, чтобы спасти тех, кого любим. Жить не прошлым, а в будущем. Киара! Я раскаиваюсь. Я подвел и тебя, и истинных друидов Ирландии. И прошу за это прощения. Я дам королям знать, что изменил решение. Ирландия будет такой, как ты хотела. Надеюсь, что так, Флан. Прощай. Прощай, Эйвор. Куда ты пойдешь? Ну что, как ты, Флан? Весь в синяках и шрамах. Но жить буду. Вот гордость моя, пока не знаю. Но я тебя не убил. Возможность была прекрасная. Полагаю, тебя теперь уж точно могу считать другом. Сделай так, чтобы Шихфрих правил долго. Я никогда не стану тебе врагом. Ты говорил с другими королями? Ведь ты поэтому пришел? Да. Суда церкви не будет. Ты помог мне понять, что Верховный Король в ответе за всех подданных. Мне только жаль, что я сам не понял этого раньше. Ты трудишься во имя общего будущего. Киара была бы довольна. Знаю, что в Англии у тебя много дел, Эйвор. Но можешь возвращаться в Ирландию, когда пожелаешь. До свидания, Флан. До новой встречи. Что сказал бы обо всем этом мой отец? Баррет хотел сделать так, чтобы Дублин твердо стоял на ногах, когда станет твоим. Всего он сделать не успел, но тобой гордился бы. Я не забуду, что ты сделал для моей семьи. Для нашей семьи, Шихфрих. Прощай. И да пребудет с тобою хук отца, как и со мной.
Такого у меня много. Ты купаешься с умом. Спасибо за покупку. Могу принести еще. Хороший выбор. Больше ничего. Еще.
Все хорошо? Ты будто не здесь. Я в порядке. Немного устала, но волноваться не о чем. Взглянешь на карту? Сперва признайся, что не так. Уже призналась. Я будто в ловушке. В этой комнате, в поселении, в этой жизни. Изменить твою жизнь я пока не могу, но могу немного тебя отвлечь. Что скажешь? Не знаю. У меня столько работы. Хватит. Забудь хоть ненадолго о наших союзниках и ответственности. Можем отправиться на прогулку, скажем, в Грэнтбридшир, сменить обстановку. Звучит чудесно. И слишком далеко, чтобы думать об этом всерьез. Спасибо. В другой раз. Итак, что тебе нужно? Ладно, Рандви. Хватит тебе сидеть в душной комнате. Отправимся в Грэнтбридшир. В смысле? Прямо сейчас? Ну да. Ты говорила, что устала от всего этого. Ноги разомнешь, подышишь. Я говорила? Да, верно. Веди, Эйвор. За мной. Дракар не понадобится. Для двоих его будет многовато. Ты же не против? Вовсе нет. Главное, чтобы были солнце и свежий воздух. Я так редко выхожу из длинного дома. Надо перебраться через реку, чтобы попасть в Грэнтбридшир. Если знаешь путь получше, только скажи. Может быть, переплывем? Что, серьезно? Или ты шутишь? Лодка или лошадь не помешали бы, но я не против и более простых методов. Здесь и правда красиво. Я никогда не бывала так далеко от поселения. Ужас, да? Ужас жить в безопасности? Всю жизнь провести в своем крохотном загоне. Слушать рассказы тех, кто бывал дальше, но не ходить самой. О, боги, чувствуешь? Запах земли, свежий воздух. Как же здесь хорошо. Эйвор, вон там. Что это? Сюда отступила летняя армия, потеряв Грэнтбридж. Похоже, они вновь полностью заселили город. Да, да. Я знаю эти земли по картам, но когда видишь воочию, все совсем иначе. Римское чудо. Я надолго запомню это место.
на месте. Это и есть Грантубридж. Пойдем, нам нужно в длинный дом. Этот город больше, чем я думала. Он такой простой и красивый. И все в нем на вид новое. Сома поручила летней армии построить город на месте деревни. Отсюда удобно ходить в набеги на Уэссекс. Им нужен был центр торговли рядом с Люндоном. Что же, они отлично справились. И постройки выглядят интересно. Неужели Эйвор? Ну и давненько же тебя здесь не было видно. Я тебя знаю. Ты один из людей Сомы. Магний, верно? Я. Так оно и есть. Рад тебя видеть. Это Рандви, моя отважная подруга. Рад знакомству. Похоже, Эйвор предпочитает дружить с красивыми женщинами. Знаешь, я тоже заметила. Я ожидал увидеть здесь больше людей. Что-то произошло? Сома собрала воинов и отправилась на запад. Собиралась открыть новый торговый путь в Оксенфорд. Только сейчас, в это непростое время, я понял, что не очень-то гожусь на замену Ярлскони. А что случилось? Неподалеку разбили лагерь разбойники. К востоку отсюда, у воды. От них страдают торговцы и на реке, и на дорогах. О том пошла молва, и это мешает торговле. Если не вмешаться, городу будет туго. Мне вот уже стало. Эти ублюдки украли мою лошадь. И что же ты... Мы поможем, Магни. А если не найдем твою лошадь, украдем тебе новую. О, я был бы очень рад. Мне вас наградить нечем, но у разбойников что-нибудь найдется. Берите что угодно. Ладно. Считай, что все сделано. Эйвор, идем. Нам пора в набег. Он сказал лагерь разбойников у реки, к востоку от берега. Из-за тебя нам придется сражаться. Ты и так себе представляешь приятную прогулку? Наверное. Я сама себе удивилась. Только выбралась из-за своего стола и уже жаждешь крови. Тебе эта жажда прекрасно знакома, верно? Я хотела увидеть мир твоими глазами. И увижу. Если только у тебя нет идей поинтереснее. Мы поможем Магне и расправимся с разбойниками. Но помни об осторожности. Ты нужна клану Ворона. Конечно же, мой господин. Слушаю и повинуюсь. Не зная тебя, решил бы, что ты меня дразнишь. Ну что ты, Эйвор, брат волка, Дрэнк с железными кулаками. Я бы не стала дразнить столь великого воина. Вон он, тот лагерь. Ну что ж, держись рядом, делай как я. Хмуро и задумчиво смотреть вдаль? Ну, конечно. Я думала, ты хочешь все для Дрэнка. Ты ведь жаждала жить? Лети!
Вот и все. Теперь надо вернуть лошадь Магли. Как хорошо. Потрясающе, Эйвор. Мы защитники Грэнта Бриджа. Может, каким-то еще городам нужна помощь? Тебе мало приключений на сегодня? Нам уже пора возвращаться домой. А может, выпьем? Отпразднуем нашу победу? Дома. У Теклы есть мед и эль на любой вкус. Эйвор, прогулка только началась. Давай найдем таверну и посидим там. Ладно, найдем, если хочешь. Но сначала вернем лошадь. Магни, мы одолели разбойников. Правда? Прекрасно. А мою лошадь вы нашли? Да, она снаружи, ждет тебя. О, слава богам! Спасибо, Эйвор. Спасибо тебе и... А где Рандви? Должна быть где-то здесь. Эйвор, сюда. Посмотри-ка. Ха-ха! Кого-то одолела жажда. Ты твердо решила напиться? Я твердо решила напоить тебя. Идем. Боишься, что перепью? Немного, если честно. Что ты задумала? Состязание. Ты против меня. Брат Волка против Девы Стола. Рандви, ты достойна лучшего прозвища. Дева Меда. Ладно, я согласен. Прекрасно. Ему. Неплохо, Эйвор, но Рандви тебя обошла. Эйвор просто зверь, но я в тебя верю, Рандви. Видишь? Даже не пытайся перепить меня. Это невозможно. Странно. Я вижу, что ты что-то говоришь, но слышу только... Спасибо, Рандви. Ну, теперь ты довольна? У меня в голове туман. Очень довольна. Поехали домой, а по пути развеем твой туман. Но сперва отправимся... Рандви... К затонувшей башне у водопада, рядом с домом. Просто полюбуемся, и я от тебя отвяжусь. Это недалеко от вершины холма, что к югу от дома. Не заметить сложно. Ладно, но потом домой. Я очень взволнована, Эйвор. Хотя, может, и не похоже. Похоже. Уже уходите? Надеюсь, еще увидимся. Рандви, приходи еще. Может, приду, Магни. Спасибо тебе за все. Нет, спасибо тебе. Добрый путь.
Кажется, ты поразила бедного Магни в самое сердце. Что тут скажешь? Не он первый и не он последний. Нарекаю тебя грозой разбойников и чужих сердец. Звучит очень гордо. Сунева рассказывала об этой башне. Отдаленное, тихое место. Хочу побывать там. После столь бурного дня ты, наконец, хочешь покоя? Приключений было достаточно. Пора отдохнуть. Хочу кое о чем спросить. Ты и Сома. Вас с ней что-то связывает? У тебя светились глаза, когда ты говорил о ней. Мы стали близки и очень быстро. Ты об этом? Не совсем. У вас с ней было что-нибудь такое? Что это еще за вопрос? Совсем невинный. Как новорожденное дитя. Между нами ничего не было. Таков мой ответ. Это так досадно. На твоем месте я бы прощупала почву. Эйвор попадается в сети отважной Ярлсконы, которая ведет войско к победе. Многообещающий союз. Сделаю вид, что твои... Смотри, похоже, башня там. Давай на мост. Сунева не слукавила. Тут и правда чудесно. Только представь, какой была башня, когда ее построили сотни зим назад. Иногда, глядя на карту, я воображаю, что по ней бродит воинство крошечных человечков. И теперь, среди этих развалин, представляю людей прошлого. Как они жили и не ведали, что ждет их постройки. Богатое воображение. Хочу увидеть все сверху. Пойдем? Веди. Взбирайся осторожнее. Время не пощадило эти камни. Потрясающе. Напомнило мне о детстве и о Норвегии, как я взбиралась на холмы за лесом. А ты любишь приключения. Обычно ты сидишь за столом, и тут вдруг ты взбираешься на башню, в мехах, промокшая насквозь. У меня была буйная юность, охота, море. Та женщина, что ты знаешь, выросла из дикой девочки. Меня выдали замуж, чтобы сохранить мир. Благородная роль. Но не так я представляла свое будущее. Из тебя вышла бы славная воительница. Йомсвикинг, который странствует где хочет. Согласна. Возможно, мы с тобой сейчас вместе ходили бы по морю. Грабили и путешествовали. Или столкнулись бы на поле брани. Если б ты не вышла за Сигурда, наши кланы могли бы до сих пор враждовать. Да, это верно. Спасибо тебе. Сегодня все было как во сне, и мне не хочется просыпаться. И не надо. Будем здесь сколько захочешь. Да. Рандви, ты что? Нет, я... Извини, не надо было. Я немного не в себе. Извиняться нет нужды. Сигурд, твой брат и я... Я поставила тебя в сложное положение. Сердце не заботится о делах клана. Всему виной мед или свежий воздух. Тебе незачем извиняться. Я уже не пьяна. По правде говоря, я давно к тебе неравнодушна. Ты дорог мне, Эйвор.
Это большая честь для меня, Рандви. Но я ценю нашу дружбу. Надеюсь, ты понимаешь. Это высшая похвала. Да, конечно. Прошу прощения. Нет, не нужно стыдиться. Никто не узнает. Просто два хороших друга отлично провели день. Этого достаточно. Я бы хотела остаться здесь, если ты не против. Я не против. Рандви. Наверное, уже вернулась домой.